Что вас ждет в этом видео? Кьюбайт обос... Господи, Хэппи, какое спокойно, когда я кругом виноват? Кого все-таки играет Эван Питерс? Кто такая Агата Харкнесс и что это за волшебная книга? Кто есть секретный инженер и другие пасхалки и отсылки в 7-м эпизоде Ванда Вижн. Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт. Сегодня будет жаркий разбор 7-й серии сериала Ванда Вижн от Marvel Studios. К сожалению, не все понимают, что в день выхода серии я делаю онлайн просмотры на Твиче со зрителями, а потом выкладываю нарезку своей первой реакции, ключевой момент, на канал, то есть то, что мы посмотрели со зрителями онлайн, я нарезаю и выкладываю, то есть сам прямой эфир. Первая реакция офигенна своими живыми эмоциями, а то, что вы смотрите сейчас, то есть полноценный разбор, рассудительными размышлениями. И в этом есть большая разница. Пристегивайте ремни, нас может сильно потряхивать в этом путешествии. Если у вас есть морская болезнь или вы конкретно боитесь воды в моих видео, то захватите с собой пакетики. Мы начинаем. Ну что, обломался ты с Эваном Питерсом и Мефисто? Как выкручиваться будешь? Увы, такие сообщения и комментарии проскакивали после релиза 7-й серии, в них есть зерно, поэтому есть смысл разобраться, но виной всему Агата Харкнесс. Да, она смогла запудрить мозги не только Ванде. Если вы и так все понимаете и у вас нет никаких вопросов, то можете перемотать вот сюда, там продолжится прям разбор. А сейчас это разбор моих разборов и моих слов. Во время своего самого первого просмотра первой серии Ванда Вижн я сказал: Агата Харкнесс. 100% подтверждено, что она играет ведьму Агнес, что оказалось в 7-й серии. Следующая теория была о тостере. Мол, Ванда лежит в больнице, а звук тостера похож на кардиомонитор. Он реально был похож, но эта теория не сбылась. Конечно, извиняться за инакомыслие и за просто свои рассуждения, это глупо, я так делать не стану, но признать, что я был неправ и теория не состоялась, могу. Я был неправ, каюсь. Во-вторых, это звучит как какой-то кардиомонитор, как будто Ванда находится где-то в больнице. Или еще предположение, что это бомба Старка. Тут любопытно, что это тостер производства Stark Industries. Во время того же просмотра первой серии я сказал: и это руки явно не Моники Рэмбо. Скорее всего, это Дарси, которая тоже будет в этом сериале. Что показали в 4-й серии? По итогу, во время реакции на первую серию я был неправ в том, что предложил теорию, и потом я далее ее продвигал и считал, что возможно так и будет, но справедливости ради я предлагал и другую трактовку этой рекламы, этой версии, а именно бомба Тони Старка. То есть я говорил и то, и другое, и зрители уже сами выбирали, что им нравится больше. Реакция на вторую серию и логичное предположение по поводу радио. Здесь это уже, возможно, сотрудники Меча, которые пытаются понять, почему Ванда создает эти иллюзии, и кто это с ней делает, вот они пытаются узнать. Далее моменты из 4-й серии. Ванда, Ванда, can you read me? Over. Да, и тут я тоже оказался неправ, ведь Дарси и Джейми Ву не агенты Меча. Они находились на этой базе, они сотрудничали с Мечом, но не агенты. Джейми Ву ФБР, а Дарси Льюис астрофизик. Уже в подробном разборе первой серии я вновь упомянул про Агнес. В этом эпизоде состоялось первое появление персонажа Агнес в киновселенной Марвел. В комиксах это слегка другой персонаж. В сериале это дружелюбная соседка и подружка Ванды. В комиксах это Агата Харкнесс, злая ведьма. Агнес — Агата Харкнесс. Я думаю, понятно, из чего состоит ее псевдоним в сериале. И она была завязана с разными злодеями, так что я уверен, в сериале она еще проявит свою злую сущность. Но в следующих сериях, возможно, и кто-то управляет, такие теории тоже есть, и я это не исключаю, возможно, появится Мефисто, Кошмар или какой-либо другой злодей, который будет манипулировать Агнес. И вот самое любимое, в полноценном разборе второй серии началась та самая катавасия по поводу Мефисто. Но есть ощущение, что она работает на кого-то более крупного. Как говорили в «Звездных войнах», всегда есть рыба покрупнее. И это тот случай, и вот этой рыбой покрупнее может быть Мефисто. По сути, дьявол в киновселенной Марвел и в комиксах Марвел тоже. Забавно, что после выхода 7-й серии люди начали мгновенно тыкать меня моими теориями и рассуждениями, мол, смотри, это была все Агата. В сериале показали, она единственный злодей, она управляла Пьетро. Пьетро просто марионетка и вообще это ртуть из Людей X. А ты был неправ и нет никакого Мефисто. Хотя, опять же, пока еще ничего не ясно. Надо досмотреть сериал до конца, чтобы понять, есть ли там кто-то или нет его. И если, конечно, я буду неправ, то я это признаю. Но в целом глупо тыкать меня за теории и рассуждения. Это как будто я на уроке отвечаю.
Хотя это, конечно, не так. В разборе четвертой серии я сделал предположение по поводу сил Моники. Когда Моника вылетала из поля Ванды, из иллюзии Ванды, то она не только проскочила это поле, но также и захватила с собой энергию Ванды, которая, ну, через время впиталась в ее тело. Это видно прямо на кадрах самого сериала. Она пролетела сквозь это поле, возможно, это как-то повзаимодействовало, и также она потом впиталась в тело Моники. Но это лично предположение, я не думаю, что таким простым способом покажут ориджин персонажа. Зато в разборе еще четвертой серии я озвучил свою позицию, которой я придерживаюсь до сих пор. Существует та же ведьма Агата Харкнес, есть более крупная рыба типа Мефисто или Кошмар, какой-то более могущественный мистический злодей, то именно они как бы... И Ванда является их марионеткой. Да, она могущественна, именно поэтому она и привлекает таких мистических существ. И вот мы дошли до апогея Эндшпиля, финала. В реакции на пятую серию я произнес это. Это Мефисто. Ну или кто-то типа Кошмар, Мефисто, это злодей 100%. В мире и так начался мем с этим Мефисто, где его ищут в разных уголках Ванда Вижн. И не только. Плюс я еще сказал, что вот он зашел Мефисто. Ну это по моим предположениям. Вот он зашел Мефисто. И, конечно, у людей разные впечатления от этого. То есть кто-то может верить мне, а кто-то считает, что это ртуть из Людей Икс. Кто-то считает, что это рекаст ртути в киновселенной. Теперь просто он играет Пьетро Максимов. Очень странная теория, но мне нужно это озвучить. Что он агент меча и многое-многое другое. Но понятно ли до конца, кто такой Эван Питерс, кого он играет и кто такой этот лжертуть? Нет. Многие после моей реакции первой посчитали, что я ошибся в своих суждениях насчет демонической сущности в Эване Питерсе, в его персонаже, потому что нам показали кадр, где Агата своей фиолетовой магией как бы манипулирует им, то есть на его спине что-то есть фиолетовое, а значит она им управляла, а значит он просто обычный персонаж, обычный человек или кто-либо еще, но она им именно управляет, то есть за всем стоит она, как она и поет в этой песне. Но что если этой магией она просто придала ему внешний вид ртути? То есть сделала его максимально похожим на брата Ванды. Но она никаким образом им не управляла. Короче, по итогу предлагаю досмотреть весь сезон Ванда Вижн и уже делать выводы, чтобы полностью понять, что сбылось, а что не сбылось. Но также нужно ответить на вопросы. Считаю ли я, это знаете, как это, перед судьей, считаю ли я, что Агата Харкнес является главной злодейкой сериала Ванда Вижн и злодейкой трех фильмов, трех проектов, точнее Марвел, в арке мультивселенная? Мой ответ — нет. Думаю ли я, что есть какая-то демоническая, мистическая сущность, которая стоит за Агатой? Да. Играет ли эту демоническую сущность Эван Питерс? Не знаю. Думаю ли я, что играет эту демоническую сущность Эван Питерс? Да. Фух, думаю, свою позицию я объяснил, теперь вы можете спокойно спускаться в комментарии и писать свое мнение. Ну а теперь приступаем к нормальному разбору. Серия начинается с пробуждения Ванды после по-настоящему трудного вечера. Ее собственные силы ее так измотали, что она даже не снимая хэллоуинского костюма, завалилась спать. Примечательно, что шестиугольники не покидают сериал до сих пор, и будет любопытно узнать, что же они все-таки означают, так как версий настолько много и все они добротные, что выбирать не хочется. Ванда хватает молоко и берет сухой завтрак Sugar Snaps. Это выдуманный бренд, который намекает на злополучный щелчок Таноса. И не только. Здесь слово использовано во множественном числе – щелчки. Один распылил Ванду, второй вернул к жизни, а третий уничтожил армию Таноса. Из-за сломанных сил Ванды окружение постоянно меняется, и одна из упаковок молока содержит объявление о пропавшем ребенке. В пятой серии Вижн беспокоился о том, что в мире Ванды нет детей, а в прошлой шестой серии дети заполонили город. Тогда я упомянул, что в событиях Человека-паука 3, которые следуют за сериалом, тоже будут развешаны объявления о пропавших детях. Это дело рук точно кого-то мистического. Напомню, лжертуть интересовался у Ванды, откуда она взяла всех этих детей и где она их раньше прятала. А судя по лицу Ванды, она вообще не в курсе о том, что произошло. Да, здесь есть несколько разных версий зрителей о том, что ртуть просто узнавал у нее, как это произошло. Он наоборот хороший персонаж, или это Агата завладела им и узнавала, как Ванда пользуется своей магией, но в песне Агаты сказано, что она всем управляет и всем за всем стоит, зачем ей узнавать у Ванды, откуда появились эти дети? Короче, несостыковка. Я думаю, что ртуть неспроста задавал эти вопросы, и далее это раскроется. Заставка сериала по традиции миксует разные ситкомы нулевых. Саундтрек, напоминающий офис.
Слайд-шоу с одним словом пародирует счастливый конец, а сама серия снята в стиле сериалов «Американская семейка». Кстати, логотип серии пародирует именно этот сериал. И тот же «Офис» — это жанр мокюментари, то есть фальшивый документальный фильм. Спасибо Марвел, что пасхалки на Стэна Ли и его работы не закончились после его смерти, и его память будет жить вечно вместе с фильмами Марвел, и как раз таки в заставке есть кадр с номерным знаком из Нью-Джерси, и числа отсылают на день рождения Стэна. 28 декабря 1922 года. Когда дети спрашивают, где их папа, то Ванда в забавной манере отсылает на его поступок в прошлой серии. Он попытался вырваться из иллюзии, и Ванда обыграла это как уход из дома. На вопрос о том, кто же дядя Пьетро, если он не их дядя, Ванда растерялась. Позже в серии она, ссорясь с Моникой, подумала, что это меч подослал лже-ртуть, чтобы добраться до Ванды. Те, кто думал, что Эван Питерс играет агента меча, можете спать спокойно, сериал обыграл эту теорию и сказал, что это не так. Моника и Джимми Ву получают сообщение от Дарси о проекте Катаракта. Пока известно лишь, что это проект меча по восстановлению Вижна. Но зритель Эльдар прислал мне еще до выхода 7 серии свою версию проекта Катаракта. Слово Vision можно перевести с английского как «зрение», а катаракта — это болезнь, связанная с денатурацией белка в глазу. Денатурация от латинского «лишение природных свойств», то есть удаление, отделение природы. Процесс денатурации отдельной белковой молекулы приводит к распаду жесткой трехмерной структуры белка. То есть проект катаракта — это проект по восстановлению работоспособности Вижена, несмотря на важнейшую удаленную его часть — Камень Бесконечности. И именно эта теория круто обыгрывает ситуацию в комиксах, когда после воскрешения Вижен был белого цвета и лишенный памяти, прямо как глаз из-за катаракты. Моника наконец получает свою чудо-установку, которую мы ждали несколько серий, и здесь появились комментарии: «Ну и что? Где там ваш Рид Ричардс?» Но погодите, во-первых, лично я никогда не утверждал, что в сериале появится член Фантастической Четверки, а выдвигал лишь как одну из версий, но с пометкой, что это практически невозможно в сериале. И хотелось бы, чтобы появился Джон Красинский в роли Рида Ричардса, но это за пределами, такое невозможно. Во-вторых, а кто вам сказал, что майор Гуднер — это и есть тот самый аэрокосмический инженер? Это нигде не упоминается в сериале. Моника связывается с тайным персонажем по изобретению, и позже майор Гуднер доставляет его Монике. Но не сказано, что именно она его соорудила. Также между Моникой и майором происходит странный диалог. Моника благодарит ее за то, что она помогла, и говорит, что мама гордилась бы ей. Но майор в этот же момент отвечает, что она выполняет приказы не только ее матери, выполняла приказы ее не только матери, и уважала не только ее. На что Моника сразу же меняется в лице, и это четко показано в сериале. То же самое происходило с ней, когда упоминалась Кэрол Денверс, Капитан Марвел. Ранее в других сериях Джимми Ву и Дарси упоминали, что Капитан Марвел помогла в битве с Таносом, и Моника сразу менялась в лице и как-то переводила тему. Ей неловко говорить о Капитан Марвел и неловко упоминать вообще ее имя. Очевидно, что между этими двумя есть недопонимание, которое раскроется в фильме «Капитан Марвел 2». Кэрол была чуть ли не второй матерью для Моники после того, как показала свои способности. Они явно были близки в детстве, но Кэрол улетела, оставив Монику и Марию одних. Из-за чего, скорее всего, Моника и держит обиду. Однако вспомните, что Моника распылилась, и ее не было с Марией, когда она умирала от рака. Но что, если Кэрол в этот момент была рядом? В «Мстителях 4» мы видим Кэрол с короткими волосами, но никакого объяснения в смене образа не было. Но что, если Капитан Марвел обрила голову в знак уважения и поддержки Марии Рэмбо, когда та проходила курс химиотерапии? Эта теория, связанная с Кэрол и «Мстителями 4», круто раскрыла бы персонажа Кэрол как действительно сопереживающего, более человечного, потому что в своем сольнике она была представлена слегка отдаленным персонажем от даже Земли, поэтому она улетела, это показали буквально в фильме, что она бросила как бы землян, и она как доктор Манхэттен отстранилась от людей. Я не говорю, что она им не помогает, но так или иначе, она как будто их не понимает. Возвращаясь к личности инженера, думаю, она еще не раскрыта, и сериал по какой-то причине держит это камео в секрете. Я хотел бы, чтобы это был знакомый персонаж уже зрителям и мне, но перед просмотром 7 серии на стриме я сказал, что это, возможно, будет «Синее чудо». Надеюсь, что покажут инженера, которого тизерили несколько серий. Он называется Blue Marvel в оригинале, но у нас его, скорее всего, локализуют как «Голубое чудо». Я надеюсь, что это будет не он, потому что
ну, это как бы логичный персонаж, который в комиксах с Моникой Рэмбо взаимодействовал часто, который, у них даже были отношения, он тоже герой, супергерой. Вот, и это было бы логично его ввести, чтобы потом показывать. Фигурка на приборной панели цирковой машины напомнила мне что-то похожее из Агентов Щита. А позже зрители начали присылать мне точно такую же фигурку, которая появлялась в Дэдпуле. Не знаю, совпадение это или намеренная пасхалка. Способности Ванды продолжают сбоить, и появляется старый добрый Аист, который докучал Ванде во время беременности. Не знаю, что это и как, но он появляется уже вторую серию, и не просто так. Понимаю, что уже многих тошнит от упоминания Мефисто, но этот Аист вообще не вписывается в контекст сериала и сюжета. Как-то же он должен быть оправдан. Голос, который спрашивает Ванду во время интервью, это тоже голос Агаты, но слегка заниженный. Do you think maybe this is what you deserve? Do you think maybe this is what you deserve? И вот мы добрались до рекламы. В этом эпизоде она сногсшибательная. Возможно, при просмотре самой серии очень многие не поняли, о чем идет речь. Но я знатно обалдел. О, реклама, реклама! Nexus! Стоп, это... В Торе 2 был Nexus, ой, у меня мурашки прям. Дело в том, что Nexus очень важная вещь в комиксах Marvel, которая напрямую связана с мультивселенной. Еще во время разбора Тора 2 «Царство тьмы» я рассказывал об этом, в том числе и о других записях доктора Эрика Селвига, которые не менее важны. Так как Дарси была его ассистенткой, то она может знать информацию о Нексусе из его уст, и далее это хоть как-то обыграется в сериале. Тем не менее, доктор Эрик Селвик обогнал время, и благодаря тому, что он был связан с Тессерактом, он именно оттуда получил знания из космоса, скажем так. Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Думаю, что в том кадре Тора 2 есть записи о будущем киновселенной Марвел, и в это стоит вглядываться. В комиксах Nexus это ворота в мультивселенную, которые обеспечивают путь каждой возможной реальности, включая реальности между реальностями. Неизвестно, был ли он создан каким-либо существом, как в комиксах, или это единственное место во всей мультивселенной, где все реальности естественным образом пересекаются. По сути, в комиксах есть кое-что другое, связанное с этим, называется Crossroads или что-то вроде этого, и я еще когда разбирал Тор 2 «Царство тьмы» до выхода «Мстителей 4», говорил, что этим местом может быть... Квантовый мир. Это другое измерение в комиксах Marvel, которое связывает все остальные измерения, и в нем не работают привычные нам законы физики и времени. В киновселенной аналогом этого перекрестка является квантовое измерение, которое сыграет важную роль в Мстителях 4, где как раз-таки пересекаются разные миры, и это ключевой момент во всей мультивселенной, с помощью которого можно проникать в другие реальности. То есть примерно это мы в итоге увидели в Мстителях 4. Они уменьшались, попадали в квантовый мир, и далее уже из него попадали в другие реальности. То есть, возможно, Nexus и вот этот Crossroads всех реальностей, ключевая точка всей мультивселенной, это квантовый мир, через который как раз-таки проходят другие реальности. Но сейчас я, возможно, бред сказал, и не надо потом мне говорить, что я был неправ, это просто теория. Есть еще и существа Нексуса, в комиксах Ванда одна из них. Это редкие личности, способные влиять на мультивселенную, а такие агентства, как TVA, следят за подобными существами. Агентство TVA появится в сериале «Локи», который, как и «Ванда Вижн», станет приквелом к «Доктору Стрэнджу 2». Учитывая, что в финале серии, возможно, ключевое, появилась загадочная книга, которая может оказаться Даркхолдом, аналог Некрономикона Лавкрафта, книга с темной магией, созданная древним существом Хтоном, возможно, ведьма Агата пытается с помощью Даркхолда вытащить древнее зло Хтона с помощью сил Ванды, которые являются ключом к Нексусу всех реальностей. Звучит, конечно, как бред, вернемся, возможно, к этому в финале сезона. Я, конечно, от этой теории отстраняюсь, я не особо ее придерживаюсь, скажем так. Но Хтон — это тоже мистическое существо, которое вписывается, может спокойно быть в теле Эвана Питерса. Посмотрим, что нам преподнесет финал сезона. Думаю, теперь понятно, что реклама в этой серии четко намекала на мультивселенную и дала понять в очередной раз, что Ванда — одна из могущественных персонажей киновселенной Марвел на данный момент. В рекламе проскакивает фраза «Спроси у доктора про Nexus». Конечно, вспоминая Тор 2, на ум приходит доктор Эрик Селвик, который впервые и упомянул Nexus в киновселенной, но самый известный доктор в Марвел — это мистер доктор Стивен Стрэндж. Мистер Лишний. Я думаю, что это ближе всего к правде. Доктор Стрэндж должен появиться в финале сезона. Хватит уже сидеть пить чай в Санктуме Санкторуме.
пора спасать Ванду. Билли, он же Викон, находясь уже дома у Агаты, говорит, что ему здесь гораздо спокойнее. Дело в том, что его способности уже начали проявляться, и мы это видели в прошлой серии, но очевидно они начинают нарастать, и он слышит разные голоса, то есть он по типу как Супермен, только он в голову проникает, как Чарльз Ксавьер. И из-за того, что поле увеличилось, из-за того, что вокруг него всякое происходит, он читает все эти мысли, и, конечно, у него в голове полный винегрет. Но Агате он говорит, что ему здесь тихо, спокойно, и Агата какая-то очень тихая внутри, как будто она пустая. Это, конечно, намек на то, что она уже ведьма, она мертвая внутри, и читать там, по сути, нечего. После этого Агнес говорит в камеру, что Ральф советует ей быть вообще жестче в этой иллюзии, она как-то смущается, но напомню, по предыстории самой Агнес, Ральф — это ее муж, но почему-то мы его ни разу в сериале не видели, и в доме его тоже нет. Или он все-таки есть? Но понятно одно, они поддерживают контакт, постоянно общаются и обсуждают, как им действовать дальше. Моника Рэмбо наконец получает свои силы во время второго путешествия в иллюзию Ванды. Скорее всего, Моника, как и в комиксах, возьмет себе прозвище Фотон, но в киновселенной она сделает это в дань уважения матери. Хотя долгое время Моника ходила с прозвищем Капитан Марвел. Может быть, поэтому она так злится на Кэрол, потому что та украла ее имя. Визуальная реализация способностей Моники впечатляет. Она обладает особым спектральным зрением с возможностью видеть потоки энергии. А также эта энергия буквально исходит из нее. В комиксах у нее целый спектрум способностей. Это ссылка для тех, кто знает комиксы. Очень много способностей разных. Она может и менять свой внешний вид, и может проходить сквозь стены. То есть я не думаю, что все это добавят ей в фильмы, потому что, ну, там способностей очень много, и это будет слишком имбово. Но часть способностей уже показали. Ну и, конечно, супергеройское приземление. Супергеройское приземление коленем после такого кранты. Во время стычки Моники и Ванды на фоне мимо проходил курьер. Этот персонаж давно кажется подозрительным, но пока нет никаких зацепок, что он Мефисто. Шучу. Однако он в форме компании Presto. И как подсказал мне зритель Роман, это не выдуманная компания. В 2008 году Pixar, это компания, принадлежащая Disney, и в прошлой серии как раз-таки была ссылка на суперсемейку, выпустили короткометражку под названием Presto. Любопытно, что в обоих произведениях фигурирует кролик, который сидит в клетке. Да и на кепке у курьера изображен кролик. И в этой битве между Моникой и Вандой развенчалась еще одна теория фанатов, то что Ванда и есть главная злодейка этого сериала. В предыдущих сериях сериал делал упор на том, что за всем стоит Ванда, и всячески подталкивал мыслить в эту сторону. И Ванда сама поверила в это. Но сериал в этот момент показывает Агнес, которая идет решать проблему. Ванда попадает в дом Агнес, и первое, что меня смутило, насекомое. Это цикада. Лучше, конечно, подошла бы муха, сейчас поймете почему. Цикада — это насекомое, которое долгое время находится под землей и выбирается в теплое время года наружу. В Японии цикада считается символом прихода лета, так как это ассоциируется с тем, как человек проходит через смерть и перерождается в новом теле. Да, звучит притянуто, что в каком-то насекомом может сидеть мистическая сущность, типа Мефисто, но все же. Однако в комиксах Марвел 4 миллиарда лет назад Мефисто как раз-таки появился в образе мухи, которая отложила миллионы личинок. И все это звучит, ну прям один в один попадает. Цикада с красными глазами, муха с красными глазами, Мефисто в цикаде. Бам! Все, вроде как бы все сделано. Единственное но, этот комикс, где Мефисто появился в образе мухи, вышел в конце 2020 года, в декабре. Так что, ну, очевидно, не успели бы они такое добавить. Агата предлагает поискать близнецов в подвале, Ванда спускается, и заметьте, как сужаются рамки, когда она попадает в мистический алтарь. В сериале всегда реальность определяется стандартным для фильмов Марвел соотношением – 21:9. Но так как сериал экспериментирует с жанрами и ситкомами, то иногда соотношение меняется, вплоть до квадратного. Но здесь заметен конкретный переход между иллюзией и реальностью. Агата напомнила мне здесь Ганнибала Лектора, который позволил жертве спуститься в логово и все осмотреть, так как и так знает, что все под контролем и даже наслаждается страхом жертвы. Агата берет кролика из клетки и спускается к Ванде, чтобы раскрыть все карты. Ну а сначала книга. Когда ее только показали в серии, я тут же подумал про Даркхолд, потому что это самая известная книга темной магии в комиксах Марвел. Это Даркхолд? Почему это будет завязано с Доктором Стрэнджем? Эта книга, скорее всего, была украдена из библиотеки, которую нам показывали в Докторе Стрэнджи первой части. Напомню, в коллекции древней были разные магические книги, в том числе и книги, посвященные темной магии.
как книга Калиостро, которую изучал Стрэндж. Так что Darkhold — это первая версия и, пожалуй, самая популярная на данный момент. Плюс, как я уже сказал, с Darkholdом завязано мистическое древнее зло, которое может скрываться в теле Эвана Питерса. А я считаю, что он как раз-таки непростой парень. Но! Есть одно большое но. Агенты Щит, Darkhold и так далее. Во-первых, Darkhold в комиксах выглядит немного иначе, и он всегда как-то подписан, то есть там или есть буква D, или есть надпись Darkhold, то есть он помечен. На этой книге таких пометок нет, там есть какой-то двусторонний ключ, который открывает замок, что-то очень странное. Далее, что касается Darkhold и агентов Щита, там он появлялся, и также появлялся в сериале Беглецы, которые тоже в этой вселенной по сути, потому что книги даже одинаково выглядят. И да, агенты Щит как бы и не канон киновселенной Марвел, сам подтвердил Кевин Файги это, но я все-таки придерживаюсь того, что до какого-то момента это было каноном. Я делал обзор первого сезона агентов Щит, вы можете здесь посмотреть, если там супер поддержите ролик, я продолжу это делать, но там очень много совпадений с киновселенной, скажем так, сначала это был проект киновселенной, потом его решили в какой-то момент просто отвести подальше. И так как я нуб в комиксах, я решил посоветоваться со знатоком в лице Руслана Хубиева. Он парень отличный, прекрасный, подпишитесь на его канал, я ссылку оставлю. Это может быть та самая книга, которая запустила события первого тома серии Vision и Алой Ведьмы в комиксах 1982 года. Как раз на этой серии во многом основан весь сериал Ванда Вижн. Там Капитан Америка подарил Ванде книгу, которая в связке со способностями Ванды призвала кельтского духа Хэллоуина. Обложку этой книги никак не разглядеть, поэтому здесь простор для создателей сериала, и они могли взять просто за основу тот сюжет. Версия 3. Рассказы старого Салема. Когда Агата Харкнесс тусовалась с фантастической четверкой и присматривала за детьми, она это любит, как вы понимаете, Бен Гримм заметил у нее на столе книгу «Рассказы старого Салема» и подумал, что Агата ведьма, и испугался. И последний вариант, который я накопал в ограниченной серии 94 года, которая состояла из 4 выпусков, она мега отвратительная, но мне пришлось ее изучить, чтобы добыть эту информацию. В заброшенном городке Новой Англии под названием Юнити есть частная библиотека, в которую отправляются Ванда и Агата Харкнесс, ее наставница. Но там их ждал возрожденный мастер пандемониума, то есть ада. Ванда обнаруживает скрытый проход в библиотеке, который ведет ее в пещерный оккультный храм, усеянный остатками потустороннего мира. Ничего не напоминает? В центре руин она находит книгу, которую они с Агатой искали. Читая эту книгу, она наполняется знанием своих хекс-сил и осознает, что она существо Нексуса. Черт, это очень похоже на 7-й эпизод Ванда Вижн, но, к сожалению, в этой серии комиксов не уточняется, что это была за книга. Также в комиксах Марвел еще найдется несколько подходящих претендентов на эту мистическую книгу, но пока самым популярным и таким логичным, хотя может и не совсем логичным, исходом является Darkhold. Посмотрим, что это будет. Вот книга это пока один из самых главных секретов на уровне с шестиугольниками, которые еще пока не раскрыты в сериале. К тому же Darkhold создал вампиров, а это очень на руку Марвел, так как в разработке у них находится Блейд с Махершалой Али. Плюс к этому были слухи, что в Докторе Стрэнджа 2, который по хронологии идет после Ванда Вижн, появится всякая нечисть, типа вампиров и оборотней. Если вы шарите в комиксах, шарите в темной магии, пишите в комментариях... Странно, шарите в темной магии. Пишите в комментариях, что это может быть за книга у Агаты Харкнесс. Погадаем вместе, но узнаем, конечно, уже чуть дальше. Возможно, в следующей серии, которая будет наполнена, судя по всему, флешбеками. Ну а теперь к самой этой легендарной встрече. Во-первых, я должен похвалить Disney, Marvel Studios и все остальное за песню злодейскую. Это фантастика. Это вот прям до глубины души. В ней поется, что все это время портила все Агата. Но разве стоит верить тому, кто постоянно обманывал? Да, она замешана во всех делах, но фраза «это все Агата» как будто сделана вновь, чтобы увести все глаза только на ведьму, а остальное оставить в тени. Во время представления Агаты она показывает свой оригинальный костюм, который очень похож на то, как она была одета в комиксах. Ну и, конечно, песня Агаты тоже выполнена, как уже и весь этот ситком, весь этот сериал экспериментальный, в стиле другого сериала, который назывался «Монстры», «Франкенштейны», «Дракулы» и так далее, все в этом стиле. Далее, я так и не понял, чем именно Агата мешала на выступлении во второй серии. Единственное, что подходит, это кролик, который был в руках у Ванды. И как я говорил в разборе второй серии, и может оказаться родственник Агаты, Николас Скретч.
По поводу лжертути я уже высказывался. Если Агата действительно управляла им на протяжении всего сериала, то она должна и продолжать это делать, и теперь же она изменила ему внешность, зачем-то она убрала всю эту схожесть с ртутью, и теперь он также работает на нее и ловит Монику возле подвала. Но как-то это все не укладывается у меня в голове. И да, если вдруг еще остались люди, которые думают, что Эван Питерс играет ртуть из вселенной Люди X, все, забудьте про это, потому что в сцене после титров он не выглядит вообще ни как ртуть ни из какой вселенной. Подводя к концу весь этот разбор седьмой серии, нам подтвердили, что Агата является ведьмой. У нее есть какой-то странный сатанинский храм под домом в подвале, где рога все эти, это очень странно выглядит. Я понимаю, что есть люди, которые считают, что вот она финальная злодейка, ее показали и больше ничего не будет. Но у Марвел всегда есть запасной туз в рукаве, как я и говорил уже много раз, рыба покрупнее из «Звездных войн», Квай-Гон Джин и так далее. Но, тем не менее, даже пуритане, которые основали город Салем, где и были вот эти салемские гонения ведьм, суды над ведьмами, даже те люди считали, что ведьмы — это не истинное зло. То есть ведьмы — это те, кем управляет дьявол. Это его рабы, по сути, он их захватил, и он их ведет не на правильный путь. Так что, если Агата ведьма, и это все как-то связано с Салемом, то всегда есть кто-то выше, чем ведьмы, а именно дьявол. Пишите свое мнение по сериалу в комментариях, поддерживайте лайком, если разбор вам понравился. Ждем 8 серии, она будет бомбезной. Заходите в описании, там Twitch канал, Telegram канал, чтобы не пропустить прямой просмотр. Там будет все самое вот живое, что максимально, ну и потом будет полноценный разбор. Все это ждите, много всего. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, еще увидимся.